Lucky Eyes. Демонтаж штатного головного устройства Mitsubishi Outlander. Для начала необходимо снять пластиковую накладку, которая закрывает магнитолу. Для этого поддеваем лопаточкой и отщелкиваем ее. Держится на клипсах по всему периметру. Снимается вместе с дефлектором и блоком климата. Соединяем к нему все разъемы. После этого откручиваем саму магнитолу на четырех винтах под крестовую отвертку. Далее снимаем ее с креплений, подсоединяем штатные разъемы, антенну, основные фишки питания. Демонтаж магнитолы завершен. Далее необходимо переставить со штатной рамки на новую блок управления климатом, а также блок подушек безопасности, кнопку аварийной сигнализации, дефлектора воздуховода и клипсы крепления. Держится это все на винтах под крестовую отвертку. Откручиваем и переставляем. Далее необходимо прикрутить магнитолу в рамку. Устанавливаем ее с лицевой стороны. Прикручиваем по периметру на 4 винтика под крестовую отвертку. Далее берем накладку, которая идет в комплекте, закрывает заднюю часть магнитолы. Устанавливаем ее на место и прикручиваем. Далее необходимо соединить все разъемы, а именно два разъема USB и разъем под сим-карту, которые были выведены в бардачок. Подключаем их в соответствующие разъемы. Для этого необходимо подключить тюльпан камеры заднего вида, так как она здесь присутствует. Далее подключаем основной питающий разъем. После этого включаем проведенные и выведенные под панель закрепленные GPS-антенну и антенну 4G. Держатся они на резьбовом соединении.
После этого подключаем разъемы блока климат-контроля. И разъем подушек безопасности, кнопки аварийной сигнализации и антенну радио. Еще раз вам сейчас. После этого укладываем всю проводку внутрь, чтобы нам ничего не мешало. И защелкиваем магнитолу на родные места. Установка магнитолы завершена.